Привет, я Ведьмак, и мы продолжаем играть в Edge of Mod 1.7. В прошлой части у нас появилось задание на пси-излучение убить всех зомбарей. Если читаться подробности в этого задания, у вас будет, это будет написано «Убейте около 400 зомбированных». Ну, большую часть я уже зачистил на Припяти, и здесь уже немного побегал. Вооружение вам оставляет не какушнее, абсолютно ничего у вас нету, даже денег. Максимум оставляет артефакты и все такое. Да, это, конечно, не найс, но все же что поделаешь. Это все-таки сталкер. Все равно у нас кое-какое вооружение есть в тайничках. И оно нам помогает. Я уже немного так себе разжился, уже бронежилет себе другой купил. Севу я продал, она мне не нужна. Она бесполезная. Ух ты. Не накинулись на него. Я здесь не помогу уже. Так, надо вон туда сбегать. Они-то все ходят и ходят. Видео будет выходить уже так и многочисленные по состоянию здоровья. Ну, а Майнкрафт пока вообще задержится, потому что появились неполадки с сервером. То есть он вообще показывает, что моды не активны, ни один из модов. И все, в общем, просто слетело. Конечно, очень обидно. Я постараюсь восстановить и наши приключения в Майнкрафт вернуться. И, кстати, насчет самого Майнкрафта, обычной одиночки, я тоже все посмотрю. Что у нас будет там еще. Еще спавнится, все еще будет, проект не остановится. Господи, сколько. Ой, давай. Так, да. Надо помогать своим. Еще сталкеры гибнут. От такой толпы зомбарей-то. Так, а че еще живой, что ли? Ух ты. Ты тут такой бессмертный у нас. Ёпта. Блин, не успел спасти. Вот! The fuck? С такого расстояния, ё-моё. Так, мы вернулись. И, кстати, всем уже забыл сказать, перед тем, как вы можете, как вы будете улетать на вертолетах, или останетесь опять в зоне, вы можете некоторые предметы оставить в ящике. Это я их отложил, потому что хотя немного похардкорнее поиграть. Хотя частично я еще и не знал, у меня были сомнения, что у меня отберут это оружие. Все же оно у меня отобрали. Вы можете, естественно, все отложить в ящик, у вас все останется. Все ваше хорошее вооружение. А я все выкинул. Точнее, не выкинул, отдал. Так, они все спавнятся и спавнятся. В Припяти, конечно, вообще жесть просто было. Ой, ой-ой-ой-ой! А эти свои ходят. Пардон, я уже просто путаюсь. Радар-то не сразу определяет. Так, а вот это зомбари сразу. Так. Наш охотничий чутье включено, ё-моё, на все. Снорки уже попрыгали. Просто-просто мясо такое. Уже заговариваюсь просто-просто. Здесь еще красненькая точка была. Где?
Да, ничего не скажешь поэтому. Я еще, конечно, не был на Затоне. Я тоже там чувствую, будет найсово. Давай, оба. Почерешь тебе. Да, зато вот так. Стоп. Зато можно научиться хорошо стрелять из оружия. Вот по этим вот всем зомби. Хорошо, кстати, помогает, да, вот если начинаешь только играть в сталкер. Конечно, уже пол игры прошел, уже, я думаю, натренировался, но все же тоже помогает, блин. Так что, там вот еще прибежали. Ух ты, их там, а. Блин, а на заводе-то сколько будет? Взял вот этот ФВ, или как она называется уже, ФН, F2000. Да, в оружиях я не шибко хорошо разбираюсь, но знаю, что оружие имбоватое. 80 патронов вражок лезет, или 70, 70, оговорился. Так, давайте уже забежим на этот, в этот завод. Эта серия такая будет чисто ознакомительная. Пострелушки. Блин, попал все-таки. Меня так просто не сломить. Нет никакой гранатки. Есть. Так вот, аккуратно. Опа. Ух ты, какая сильная граната. Ай, двойная, блин. Так, еще три, трое здесь. Ну, я так не думаю, что здесь их трое, их здесь больше. Все равно надо зачищать все буквально, пока это задание зачтется, я не могу выполнять другие задания. Насчет других заданий, что у нас будет еще? Мы должны вступить в группировку Монолит, пройти немного за Монолит. Ну, и поискать связь с родственниками. За группировку Монолит интересные тоже задания. Так, здесь пробежим. Как-то раз играл, помню. Все же родственники, это, конечно, проблемно будет. Но я их постараюсь пометить последние. И уже закончить с этим. И просто уйти из зоны. И посмотреть, какая у меня концовка. Надеюсь, у меня концовка правильная. Хотя я не на 100% уверен, что она правильная. Потому что последний момент, когда мы прибежали уже к вертолету, мне показалось, что кто-то не добежал. Мне это просто кажется, что стрелок не добежал. О, нашпиговали. Либо я в последний момент не увидел, либо что. Патроны-то еще есть. О, все, патроны кончаются. Ух ты, ядрен патрон. Ага. Блин. Не вовремя, честно говоря. Есть таблеточки эти, да? Сейчас вот. Используем. Эти укрытия задания выполнены. Вот и хорошо. Сколько мне зомбарей-то осталось убить? Ну, почти 200 ровно. Я пойду пробегусь еще туда вперед. Дробовик. Надо опять оружие менять. Некоторые подчинить надо.
Йо, о, сейчас будет весело. Ой, сейчас будет весело. Чпонь. 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 Тваря. Успели попасть. Ну, походу, еще сталкеры находятся в этом здании. Ё-моё, сколько у вас здесь? Ты сдохнешь, бессмертный. Ё-моё, их там прёт и прёт. Ой-ой-ой, у меня патронов. Последние два патрона. Последние два врага. Чпонь. Свободен. Ой, ёпта. А, стоп, еще не все патроны. Пять последних. Попал. Отлично. Ём, это не все еще. Блин, последний был кривым. Это еще не все. Их что ли облутать? У них ничего полезного-то и тоже нету. Максимум деньги. Ой, не, сюда я зря пришел. Ни хрена себе. Я патронов нету. Меня здесь нашпигуют. Думаю, они все там стоят хоть. Вот! Капец. Шо ж ты в стену ты кидаешь? Господи, я ж куда целюсь-то, ё-моё. Не надо так. Не, я отсюда побежал, пожалуй. Потому что здесь просто адово оставаться. И ни патронов, ни снаряги, ничего. Блин, хреново. Да, надо снарядиться и броню подлатать. Вот так вот. Куда я попал? Еще дальше. Зачем я телепортировался? А? Мне жить надоело, что ли? Че, двоих, что ли? Ни хрена спас. Вот это он дает. Шарпетки, у вас дроби нету, да? Говорится, получи и распишись. А, напролом. Еще не с такими с... О, далеко. Что-то думать, что-то думать. Блин, меня сейчас сзади нашпигуют, еще свои же. Не достанет. Сколько дальность 80 метров? Нет. Воу, воу, воу. Все, 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 в меня не надо, ё-ма. Ты свежий, значит, почти попали. Ну, пролом. Как же еще с этим? Давай, давай, давай. Сюда! Давай! Да ебну. А, с этим уже ничего. Так, я передумал прыгать туда. Все равно я еще здесь все разведаю. Мне нужно просто снаряжение пока что, а снаряжения у меня пока никакого. Все снайперки ломаются, все оружие ломается, броня тоже. Я думаю, уже постараюсь все это сделать сам. И уже, я думаю, на затоне останется, когда один зомби или еще не на затоне. Посмотрим, все как будет. Там я и начну уже следующую серию, потому что сейчас я вообще не могу. У меня температура. Конечно, с удовольствием бы снимал, но просто у меня из-за температуры хреново видно, глазам плохо становится. Ну и вот, я не хочу испортить себе еще зрение, так что постараюсь выздороветь и ой-ой.
Ну и начнем уже следующую серию, когда останется один или несколько зомби. Так. Походу не видит меня, да? Ха! Решил закончить. Опять мы здесь. Ну ладно. Сразу извиняюсь за то, что такая серия маленькая, хоть я это уже, наверное, не первый раз говорю. Но все же. Кстати, пока вот не забыл, это постарайтесь собрать оружие и кинуть его в этот, в трупы. Потому что, ну, просто от этих зомбарей масса оружия остается. И когда ты уходишь с локации, оно может остаться, может не остаться. Сам говорю, я не подбираю некоторое оружие. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Димак. Подписываемся, ставим лайки. Всем спасибо и пока. Удачи. Увидимся в новой серии. Твою мать, своего убил.